Всех приветствую на моем канале. Сегодня я повар. Фартук жарко одевать, одела свою легенькую поварскую кофточку. Волоса все заткнула туда, чтобы я как повар была. Я ее покупала, эту шапочку, для прикола. Я даже одевала ее просто поверху, тут у меня волоса были, я не то что одевала для того, чтобы волос не натрусить на блюдо, а просто для прикола сняться. А сейчас искала себе эту штуку, которую надо накладывать тесто. И она у меня там была прям завернута в мешочек, завязана, законсервирована. Думаю, нет, ну, сегодня я буду печенье печь. И оденусь прям как повар, все закрою, все подтяну туда, чтобы волосенок не видно было. Буду поваром сегодня. Ролевые игры. Включила уже духовку. Она у меня накаляется где-то за 10, за 15 минут. Ну, в зависимости от того, какая температура. Ну, сейчас лето, я думаю, за 10 минут, и поэтому я пока вот толмачу. Я никого не обучаю, как стряпать печенье, не говорю рецепты, нормы, ничего. Просто снимаю видео, как я сегодня живу, пенсионерка живет, что делает. Вот сегодня у меня сподобилось печенье. Я сидела, ну то не хочу. У меня стряпанное закончилось. Пирожки, да, уже все. Но что-то ж надо к чаю. Я бы, конечно, лучше коржечков пресных таких на кислом молоке бы сделала. Но что-то у меня так думаю, да, я песочное уже сделаю. Ну ж какое получится. Я так думаю, если масло сливочное, сахар, белки, там желтки, яйцо, ванилин, то уж, я думаю, печенье получится. Уж с такого набора продуктов это надо постараться, чтобы не получилось и было невкусно. Чем больше масла, сметаны, яиц, все будет вкусно. Ну вот, решила это сделать. Пока нагревается, я, конечно, опущу камеру, я не буду так стоять, хватит, покрасовалась в своем колпачке. Я покажу так, секундами, чтобы не греметь миксером. Что ж надо показывать, чтобы поинтереснее было. Я знаю, что некоторые, кто кулинарный канал ведет, именно кулинарный, они тоже вот так вот трепятся, им пишут: да что ты там болтаешь, давай нам показывай быстро все это, чтобы не было вот этого ля-ля. Ну, а у меня не кулинарный канал, так что можете не материться. Просто я сегодня вот так решила занять себя чем-то, мне скучно. Я посмотрела несколько видео, что-то у меня настроение так не особо, то про несчастных людей. Ну, это телевизионные такие проекты о разлучницах, там как, ну, вот эти все вот поздние браки, как этих стариков обманывает молодежь богатых. И вот это все прямо, оно такое отрицательное, такая... Я не могу, когда не весело, когда кто-то пострадал, вот это вот... Мне плохо. Настроение портится. Незаметно прям так портится. Стало, что-то мне показалось прямо. И как-то и солнце не светит, и как-то поесть нечего, как вроде бы. Хотя сегодня доедала плов. Ну, еще там на 3 дня хватит. Пообедала уже, и все. Это остался ужин только. Ну, думаю, надо что-то постряпать. Ну. Все. Хватит. Показываем. Да, это, Света, не переживай за меня, я тебя очень прошу. Света, вторая Света, не с Петербурга, а другая. Все нормально. Ну, такая судьба у меня, значит. Ну, судьба такая у меня. Ну, не буду я по 5 минут выпускать видео, ну, никак не хочу.
Ну, для того, чтобы набрать там какие-то очки, чтобы это стать. Тра-та-та-та-та-та, 15, тра-та-та, не очки. Вот, 15, все, до свидания. Зачем они мне? Я, например, сама люблю длинное видео, когда рассказывают о чем-то, какой-то смысл в видео есть. Человек чем-то поделился, что-то рассказал в бытовом плане. Ну, и я поэтому так. У меня разговорный жанр. Вы же видите, артисты, как по телевизору раньше, разговорный жанр. Полтора часа видео показывали. Не видео, но по телевизору концерты. Кто не захочет, не будет ни 5 минут смотреть. Я не смотрю ни 5, ни 3 минуты, если мне не нравится этот человек. Все. Поэтому я как сама ощущаю, так и... Я с прокруткой некоторых вообще смотрю. Просто посмотрю, жив-здоров и слава Богу. Вот, внешние... А редко, я вообще не знаю, у меня сейчас нет таких подписчиков, чтобы я смотрела их. Прям, знаете, как вот с соседкой бы поговорить или послушать историю ее, что-то вот в глаза так посмотреть у человека, понять, что за судьба. Что с ним? Только не такие, что плакали там, тот погиб, да тот погиб, нет. Просто такие наши бабские такие воспоминания, анализ за прожитую жизнь, почему сделали так в своей жизни, а не иначе. Как-то вот так. Духовочка попахивает, но еще рано. Будем, мы сейчас быстро все на этом. Хватит, что я хочу, что я вижу, это принципиально. Ничего нового, ничего сверхъестественного. Вот масло. Не взвешивала ничего пока масло. Вот было у меня коробочка. Вот такое. 82,5. Я его загрузила. Надо, чтобы оно мягенькое было. И надо сюда же сахарную пудру. Просеять надо, потому что она комочками бывает. Сахарную пудру сейчас просеем. Опускаем венчик. Неудобно стало, вот никак. И сначала на мелкой, на маленькой скорости. Потом все больше и больше. Шуметь не буду. Что тут смотреть? Взбила сахар с маслом. Теперь яичко. Только один белок. Один белок. И опять включаем. Минуты 3 будем сбирать. Вот. Белок. Пышную пену сбился вместе с маслом и с пудрой. И сейчас добавляем муку. Сыплю не всю сразу, чуть больше половины. Мука разная, может забиться и не будут рассыпчатые тогда у нас печенюшки. С мукой перемешиваем масло и сахар и яйцо, чтобы только не забить, самое главное, просто смешать и все. Получилось вот такое. Не знаю, я первый раз делаю. Когда-то дома делала в деревне, но там делали с маргарина и без всякого миксера. Посмотрим. Начала отсаживать и забыла, что я снимаю. Трудновато отсаживать. Не знаю, я первый раз такое делаю, все мечтала, а есть-то некому такое все.
Все-таки на масле сделаешь, а нельзя много на масле-то есть. А молоденьких нет, которым можно. И не делала это, что-то этот раз захотела. Ну вот и все. Да, тяжело отсаживать. Все-таки это тесто же. Взяла мешок такой, чтобы не разлезся. И вот макаем пальчик в воду. Делаем отверстия такие. Что-то, мне кажется, я туговато сделала тесто. И наполняем джемом. У меня повидло есть. Отсадила повидло. Повидло мое домашнее, яблочное. Сама варила. Очень густое. Сейчас в духовку поставим. Пока готовила, духовка уже подстыла. Подключила еще ее. На 200 градусов, даже на 220 можно. 10 минут. Ну, надо смотреть. Если они не поплывут, то хорошо. А то, бывает, плывут. В кондитерских я видела, делают так. Они их отсаживают и в холодильник. Надо, чтобы масло было холодное. Если вот может, у меня из-за того, что густое тесто, что-то погуще маленько сделала, еле выдавила. То, значит, может, и не поплывет, если у меня погуще. Ну, не знаю. Но в кондитерских это печенье делают через холодильник. Сначала отсадят, там ставят в холодильник, остужают. А потом этот Селезнев такой кондитер, который торты делает где-то за границей там. У него своя кондитерская, он так говорил. И то он вытащил, они у него как-то все равно расплылись. Ну, посмотрим. Долго не буду задерживать ваше внимание. Это экспериментальная, пробная партия. Всего тут сколько? 6, 9, 10, 11 штучек. Ну, я думаю, если поплывут, больше никогда их делать не буду. Они мне не нужны. Я не люблю песочное. Как? Я люблю песочное, но я боюсь, в нашем возрасте уже такое песочное тесто есть. Все-таки оно жирное. Я лучше люблю хлебушек с повидлом, с маслом съесть, чем вот такое. Ну, вот сегодня от безделья, думаю, дай сделаю. У Наташи жила, что-то тоже не решалось никак. Они не любят тоже жирное, не любят сладкое, не любят торт, не любят торты. Последний тортик валялся. Пока я сама не съела. Тоже берегут фигуру. А внук говорит: баба, это очень калорийно и бесполезно. Муки столько нельзя. Он спортсмен, там что-то мешает какую-то эмульсию себе. Ну, сейчас поставлю. О, видите, я уже вам даже точно показываю. Видите? Видите? Засекла минуты. Все. Десять минут и все готово. Не умею я маленькие ролики ради контента. Ой, как не контента? Контента, конечно, нет. Ради подписчиков, ради просмотров. Не люблю, не хочу и не надо мне. Я понимаю, что это бесполезно. Надо обязательно нести какую-то или ересь какую-то нести, там женихов искать, показывать, или там раздетому бегать, или какую-то интригу закрутить, что я вам завтра расскажу, начать и потом заканчивать, ждите следующий. Я так не могу, я не авантюрист на это в этом смысле. Я для себя, ну сколько можно, я не знаю, ну не жалейте вы меня. Ну чё, парень подписался, 21 год. Ваня, привет. Все нормально, подписчики идут. Девушка подписалась или женщина, тоже не запомнила я ее имя, но спасибо ей.
ну, может быть, посмотрят 2-3 раза и скажут, ну что я там буду смотреть на бабушку, которая рассказывает о своей жизни, о том, о сём, и обо всем и ни о чем. Ну, подписались, не значит, что они прям влюбились. Я другой раз я вообще очень редко подписываюсь. Мне очень редко кто нравится, я не знаю. Я больше смотрю вот телевизионные проекты, интервью вот Манучи, вот это вот, «Эмпатия Манучи». Ну, вот такие вот я люблю. И там вот рассказывают люди о себе. Не все о жизни, видимо, не хотят. Значит, о работе, о своей там карьере. Вот я люблю такое смотреть. 39 минут 40. Потом Устинова вот берет, писательница. Вот я это и смотрю. А вот это вот, такие, как я, вот это я купила, вот это вот я примерила. Я не знаю. Мне это не нравится. Я даже если смотрю таких, как себе подобных, то смотрю жив-здоров и слава Богу. Жив-здоров и слава Богу. Прикручу. Там. Потому что я же знаю, что мы говорим. Одно и то же покупка. Куда-то сходила. И меня так же смотрят. Скажешь, ну все, бабка опять с покупками, опять вспомнила школьные годы, опять вспомнила то да сё. Сейчас гляну, что у меня там. Ладно, спекутся еще 5 минут. Поэтому не надо жалеть. Все нормально. Я ролик записала, я поговорила. Это вот у меня для души это у меня. Не для какой там, чтобы у меня подписчиков, просмотров миллион был. Ну, не будет этого. Люди с большим опытом, моложе насколько, вошли в эту тему. Они там, надо, я же знаю, тут же рассказывают нам в сообществе, как надо достигать. Надо кому-то деньги платить, чтобы тебя... кто-то продвинул, надо еще что-то. Ну, там я все эти знаю, там, что надо делать. Какую-то рекламу, там, что-то с кем-то, сообщество какое-то сделать, чтобы тебя люди там рассказывали. Ну, меня все жалеют, но никто не делится моим видео, понимаете? Вот если бы я жалела человека, вот не хотелось бы, я бы всем 450 своим подписчикам всем бы выслала их не видео. Вот это я пожалела. В каждом видео говорила, мне вот это нравится, я ее смотрю, смотрите, она вот то-то-то рассказывает, она вот про это рассказывает. Вот это пожалели. А то пишут через другой сайт, ой, да я как жалею, да что ж такое-то, ой, да моя ты хорошая, да ты вот так сделай. Ну это же, ну я даже не знаю, как назвать, не хочу другие слова применять. Ну я понимаю, так жалеть, если я хочу продвинуть человека, мы же сейчас все грамотные. Я с 2000 года с компьютером дружу. Я знаю, как это сделать. Я бы своим друзьям и в Инстаграме. Инстаграме сейчас нет, у нас отключен. Я бы в ВК бы там предлагала сказать, посмотрите, вот эта женщина мне нравится, вот она о том рассказывает, вот ну вот у нее не идут, ну вот или реклама. Ну что-то хотя бы говорить в своем этим, а не из-под вдоль сочувствовать. Но все равно приятно, спасибо. Ну не надо расстраиваться, не надо. Ну что ж, я уже такая прямо калека, что ли, меня жалеть. Сейчас посмотрю, что там опять у меня. Уже не буду опускать камеру. Ой. Ну вроде как не плывут, и то хорошо. Не плывут, и то хорошо. А я еще думала, я дома когда делала такие печенья, только не через звездочку, а просто... раскатывала и резала. Ну, я добавляла соду гашеную, а здесь без соды по рецептам. Вот это вот, как она называется? Все время забываю. Мне Наташа все время говорит, Наташа, ну, сповидла, вот это печенье, ну, скажи, как она мне говорит. Думаю, почему здесь нет разрыхлителя? Так что, кто жалеет, пожалуйста, заказывайте на мой канал рекламу, делитесь.
со своими родственниками за рубежом, чтобы меня смотрели. Ну, я шучу, но все равно. Ну, что, ну, лишний раз мне сказать, что я никчемная через другой сайт. Ну, я это знаю. Ну, 71-й год. Какое мне там что-то? Я не несу никакую информацию, чтобы меня могли с удовольствием смотреть и подписываться, просмотры делать. Вот, говорит, разделите свое видео 40-минутное на два. И люди посмотрят, а потом второе, ну, посмотрят и плюнут. Я выкидывала, у меня есть танцы по 3 минуты. Я скачу, все-таки бабушка экстравагантна все-таки казалась. Никто не смотрит, что бабка вот так вот пляшет под музыку. Не смотрят, неинтересно. И 5 минут у меня есть, и 3 минуты есть. Сейчас вот просто ради интереса вообще вытянула 28 секунд. Сережа, да, краткость, действительно, это талант. Ну, никто, ну, 4 просмотра. Да это же не от этого зависит. Ну, пусть уверяют, что от этого. А не обманешь зрителя, меня не обманешь минутами. Я вот люблю 40 минут смотреть, и 30, если мне интересен человек. Вот он сидит, и я его судьбой там или чем. Ну, я такого еще не встречала. У меня вот только интервью смотрю, там рассказывают о себе киноартисты, там певцы, потому что интервью такое-то масштабное. Я с удовольствием смотрю, хотя даже другие знаю полностью, что там у них в жизни, и все равно смотрю. Ай, что тут? Что тут? Не прозевать бы. А то я такая ля-ля-то поляк, могу. Ну, вроде бы как пикиотца. Сейчас еще, наверное, минутку-две. Так носят капитаны, так носят сопляки. Ну, не знаю, если получилось, значит, можно и детям иногда. Я у Наташи не стала, думаю, перепорчу сейчас масло сливочное. И так мы не успеваем с ней ездить по 3, по 4, по 5 пачек. Через день, да каждый день. Потому что вареники, пельмени, все это поливаем маслом, блины. У нас так быстро. Думаю, сейчас я еще и вот этих сделаю, и они есть не будут. И не решилась. Потому что без этого то я песочный рулетик с повидлом делала, резала. Ну, мне нравилось песочное печенье, рулетик. Просто песочное тесто раскатаешь в пласт, смазал повидлом, закрутил. Разрезал, знаете, как батон, и выпекаешь. И так вкусно. Но еще бока стараюсь я все-таки заклеить. Потому что как-то так заклеенными лучше. Ну, а порезала кругляшок, и сбоку так вот я приклею, сжимаю тесто. И они вот такие получаются, знаете, как вот штрудели делают. Тесто внутри и повидло. Но с песочным это очень вкусно. Ой, хоть бы мне не прозевать. Ой, я... Ой-ой-ой. Вот такую силиконовую мне рукавичку дочь купила. И такую же я соседке подарила. Они дорогие собаки такие. Чем не красота? Не поплыли. Не поплыли. Так, рукавичку кладем. Ну, буду знать. А то я побоялась, что-то мне показалось, начало масло расслаиваться. Ой, горячее не взять. Чем бы подцепить таким? Чем бы подцепить? Ой. Вот. Вот. И вот. Видите? 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 Вы видите? Ой, бабушка хвастается. Вот такие печенюшечки. Не знаю, на вкус, но, наверное, что они. Масло-то что?
сумасшедшая. Ну, такая сумасшедшая бабушка. Все. Сеанс закончен. И так много наболтала. Ну, не могу мало. 25 минут опять. Всем пока. Будьте счастливы. Будьте терпимы. Стряпайте. Потому что в магазине оно все с добавками, с химией. А у нас очень вкусно. Всем пока!